Воскресным вечером студенты второго курса Шипицынского агропромышленного техникума Даниил Бураков и Андрей Вячеславов, проходя мимо жилого двухэтажного дома, услышали крики о помощи. Вышли днем прогуляться до магазина, услышали крик женщины, вот, кричавшей на помощь. Пришли туда, увидели упавший сарай. Думали, собачку, кошечку придавило. Подбежали, смотрим, вот. Просят поднять сарай, говорят, мужчину придавило. Ну, мы поднимаем, Андрей засмотрит. Пока подняли, Андрей смотрит, говорит, там мужик прямо перед тобой, Даня. Ну, где-то вот здесь, здесь. Раз подняли, два подняли, ничего не получилось. Ну, просто катится крыша именно в сторону туда. Вытащить мужчину из-под завала ребята смогли за 10 минут. Очевидцы в это время вызвали скорую. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными ушибами. Позже он объяснил, что случилось. Вечером решил разобрать сарай. Вот. Начал разбирать сарай и не успел выскочить из него, и его придавило. Мужчине повезло, что рядом оказались неравнодушные парни. Андрей и Даниил дружат с детства. В Шипицыно приехали на учебу из Яринска. Получают специальность мастер сельхозпроизводства. И с экзаменом, который им преподнесла жизнь, они справились на отлично.